Всем привет, друзья! У меня в руках находятся два стеклореза. Один из них самый дешевый за 40 рублей, другой рублей за 600. И также у нас есть, конечно же, керосин. По вашим многочисленным просьбам сегодня мы покажем, как же все-таки делать фигурную резку керамики и попробуем сделать это на керамограните. Ну а что получится, мы с вами узнаем в конце этого видео. В целом, вот два плиткореза, как я уже сказал, один дешевый, другой дорогой. И разницы в их резе особо нету. Здесь у нас он просто заправляется керосином или маслом. Этот можно просто будет окунать в крышечку. Я просто к тому, что для единичного реза лучше просто вот такой дешманский взять. Ну и сейчас вот этот заправим, попробуем здесь вырезать круг. И дальше пойдем по керамике. Ну и я думаю, что поинтереснее будет просто попробовать вырезать большой круг. Сделаю я это от руки, постараюсь сделать не отрываясь. Тем самым хочу показать, что стекло обрабатывать это очень-очень просто. Еще надо по-хорошему за одну проходку это делать. Теперь будем постукивать линию реза. Появилось уже то, что она начала разделяться. И сейчас попробуем выдавить все-таки. В целом круг у нас получился. И понятное дело, что стекло все-таки это не плитка. Здесь можно вообще все что угодно с ним делать. Самый дешевый. Да ты хорош, ты уже, блин. Да как ты долго Давай. Работаешь. Самый дешевый стеклорез в деле. Поехали. Я долго работаю. Он статистик сломал, блин. Нет, это же не Володя, блин. Главное надломать. Вот это уже плиткорез, то есть вот это вот стеклорез, а это плиткорез. Да что ты говоришь? Тут то же самое мы можем сделать. Попробуем сейчас вот так вот. Похоже на ножик для пиццы. Ну, кстати, получше режет. Он даже, я бы сказал, хорошо прям режет. Я думаю, эксперты заценят звук. Но я, кстати, забыл, надо было керосином намазать. Попробуем без керосина. Ну, тоже может получиться. Вот она разламывается потихоньку. Да, даже без керосина получилось. Ну и, как вы понимаете, смысл всей вот этой вот процедуры был к тому, чтобы перейти к керамограниту. Поэтому переходим к нему. Вот наш подопытный образец. И сейчас будем пробовать. Но, кстати, перед этим хочу попробовать еще один небольшой лайфхак из интернета. Сейчас покажу. В общем, обычное сверло. Без всего, чисто второй плиткой показываем линию. Намечаем, точнее, линию. Прорезаем, типа. Ужасный просто звук. Ну, короче, можно, мне кажется, даже ножиком прорезать. Минут слава Володе. Оп, оп, попкорн пошел. Ну, потихонечку. Я бы вообще другую фигню взял. Правильно. Не сделает он так на керамограните. Сейчас я покажу, как это надо делать. Давай поспорим, что ты не сломаешь. Погоди, поспорьте, короче. Да давай поспорим, а что ты очкуешь? Ну ты короткую ломал. Давай тогда такую. Нет, давай. Ты такую. Давай. Давай, хорошо. Спорьте на поляну Макдональдсе, короче. А?
Давай. Ну, все, давай, руки. Давай. Мы завтра едем в Москву. Расскажи на камеру. Если ты, короче, обрезаешь, я кормлю всех. Если нет, ты ну кормишь. Ну все. Давай. Давай. Короче, делаем... Я в итоге вот и так поем. Делаем половинку для того, чтобы было честно. Ну, смысл знаешь. Как? Просто какую-нибудь загогулину сделал, да? Вот. А, просто ну, полукруг. Плавный. Смотрите, керосин очень быстро испаряется, да? Все это прекрасно знают. Поэтому мы сейчас просто его побольше нанесем. Тоже буду стеклорезом. Тут из стеклореза выливается очень быстро он. И мы берем вот это. Делаем плавный надлом. Снимай поближе. Пытаемся его сделать. Немножко вижу, что пошел. Но как-то не уверен. Ты видишь, белеет. Я, короче, пока не буду рисковать, а то здесь по свидетелю все делаем, так сказать. Пробуем с другой стороны. Вот когда слышим, что она уже там хрустит, я думаю, сейчас натяги будем. Попробуем поддолбить. Со стеклом удобно, что мы линию видим. Здесь, ну, примерно. Стоп. Так. Вот здесь уже как бы она проломилась. Вот эту сторону хорошо получилось уже прям разделить. Поэтому продолжаем теперь с этой. Завтра едем в Макдональдс за Володин счет. Заметь, я тоже участвовал. Итоги. Первое. Зачем все вообще это было нужно? Бывают круглые окна в коттедже, еще что-то. И в целом, если плитка у нас больших размеров, можно даже вот такие вот резкие изломы делать с помощью обычного плиткореза. Стеклореза или плиткореза, потому что вот это тоже у нас является плиткорезом. Вот. Раньше как это делалось, то есть вырезалось болгаркой, делался остаточек, ну там, допустим, 5 мм, и приходилось это подшлифовывать болгаркой. Сейчас, как мы вам показали, можно делать и вот гораздо проще. Керамика, стекло, керамогранит. Пробуйте. Ну и завтра что, в Макдональдс поедем? Найдешь Макдональдс, поедем. Ну и в конце вопрос. Возможно ли вырезать, к примеру, овал или круг? Естественно, рамка целая нам не нужна, а нужна вот именно вот эта деталь. Не используя плиткорез, а вот таким же точностью методом. Если вы знаете ответ, пишите об этом в комментариях. Я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, Давыдов Сергей. Всем пока. Любой инструмент для качественной укладки плитки можно купить на нашем сайте 9plita.ru.